watch over 48 minutes plus. We go 3, 1, 2, 3. Yo, yo, come on, you know how we do. Come on, yeah, man. Yo. This is my house. Whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. This is whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. Cause I'm the first one in the gym, last one out the gym. So when it's game time, baby, I expect to win. When I don't air dry, like when you been? I'm in the sky so high, no oxygen. It's a bird, it's a plane, no, it's Dwight Howard. Touch the cloud, make it rain like it just showered. I got 1 hour just to go hard. I go home, I go hard, then go home. I'm no coward. This is my house, my court, my team, my park, my heart, my life, my dream. I got 1 shot, 4 fouls, 1 dead clock still ticking, and there's no timeouts left. I paint the picture like Sony. If you want water, picture Kobe shooting shots in the fourth quarter. I cross over like AI, may I please be voted most valuable player? This is my house. Whose house? My house. Whose house? My court. My house. This is whose team? My team. Whose team? My dream. My team. This is whose house? My house. Whose house? My court. My house. Альба, опять же, имея более глубокий состав, более длинную скамейку. Попов продался сейчас на Фрейманиса. И Роланс Фрейманис! А здесь Гейтенс прочитал. Прочитал задумку Реджи Рейдинга. Попов под кольцо идет, забивает 10-7. Не до конца использовал заслон. От пустого пошел под кольцо Сергей. 2 очка от Сергея Попова. Но это совсем не тот Дэвид Логан, который играл в Берлине неделю назад. Я имею в виду, Логан-то тот же, а вот действия его атакующие отличаются. Два с полом выигрывает Леон Радошевич. Слишком наивно, конечно. Слишком наивно. Этот хорватский центровой пытается заработать очки. И Коваленко дает сверху. Да. Такое большое внимание Дэвиду Андерсону в этом матче. Не потому что, ну не только потому что человек действительно этого внимания заслуживает. Но и по той причине, что Дэвид придумал и коснулся кольца. Сохранил подбор здесь Ромео Тревис. Сергей Попов из дали 3 очка. А вот такого перевеса. Попова Бояркин. Дмитрий Глебов. Вот у кого должен был быть мяч. Сергей Попов тем временем неплохо проходит. Вот. Соколюк подстраховал Ревчука. Классно сыграно. Попов. Неплохой степ-бэк. Атака с трехочковой дистанции. Забивает Сергей Попов. Сергей Попов очень агрессивно действует. Перехватывает мяч. Идет быстрый отрыв. Набирает очки. Сергей Попов. Снова видим, что защита Химика работает как часы. Он здесь я перехвалил. Южинцев просто ковровую дорогу. Открыться, вот он получает мяч. Боечка с Тихоновым не проходит. Пас на Глебова, тот в угол. Глебов. Если спиной по нему Сергей Попов. На периметр. Прокопенко. Пытается по 70-й помешать. Попов. Очередные трудовые 2 очка. Начало первой четверти. Команда Валерия Плеханова выходит вперед. Левчук, дальняя попытка, накрывает. А Петрова, тот вытянул на себя Тихонова и ошибся при передаче на Прокопенко, который стоял готовый совершить бросок на периметре. Попов. Отдает на Тихонова, тот снова довольно поражаемый. Попов получает мяч. Пытается обойти Петрова, залазит под корзину и атакует в проходе левой рукой. Очень хорошо.